Добрый день, друзья! Мы находимся в массажной студии Артема Чоглы Plastic Body. Я сегодня буду работать с ножками, и я хотел показать, как мы делаем моделирующий массаж, исправляя проблемные зоны девочек, которые просят подсказать, как же все-таки сделать, чтобы ушли объемы. Хороший способ, метод сделать это за счет массажа и хороший вариант, если ходить на массаж систематически. Для начала мы начнем делать массаж через день, и я бы рекомендовал делать его 10-15 сеансов для хорошего результата. Вот. Для этого, чтобы был хороший эффект, необходимо еще также сделать хороший правильный водный баланс, посмотреть питание, где мы сможем тоже с вами его разобрать. И если этого придерживаться в течение месяца, то вы сможете получить желаемые результаты. Массаж в первую очередь что делает? Это ускоряет обменные процессы. В момент массажа ускоряются все процессы, обмен веществ. И в таком случае, конечно же, похудение происходит намного быстрее. В нашей студии массаж делается достаточно интенсивно, для того, чтобы приток крови к капиллярам было максимальное. И в таком случае, конечно, обогащаются клетки кровью и идет максимальная регенерация. На каждом сеансе мы выкладываемся, не в зависимости, в какое время вы записаны, будь это 9 утра, либо же 9 часов вечера, без разницы. Сеанс происходит все равно в достаточно интенсивной форме, и двигаемся только за результатом. В данной ситуации мы показываем, что такое приток крови и за счет чего идет похудение. Хороший интенсивный массаж даст хороший лимфоток. Это поможет организму улучшить обмен веществ и, соответственно, за счет интенсивных надавливаний на области ягодиц они будут уменьшаться в объемах и также будут придаваться в желаемой форме, которую бы вы хотели. То есть, одним словом, будут становиться упруги. Да. Ну что, Ян будет продолжать работать. Мы прощаемся с вами. Ждем каждого из вас в нашей студии. И мы обязательно сделаем все возможное, чтобы вы обрели желаемую фигуру. Всем хорошего настроения. Пока.